платформы поддержки для Республики Молдова было объявлено о значительной финансовой поддержке в виде займов и грантов со стороны партнеров по развитию. В связи с этим начали распространяться различные мифы или заблуждения о способности страны брать на себя и обслуживать новые внешние долги. Миф номер один. У Республики Молдова чрезмерный внешний государственный долг. На самом деле, внешний долг государственного сектора невелик. Сейчас он составляет около 19% по отношению к ВВП, при рекомендуемом максимальном пределе в 55%. Миф номер два. Обслуживание внешнего государственного долга обходится нам очень дорого. В действительности, средняя подразумеваемая процентная ставка, которую Молдова выплачивает по своему внешнему государственному долгу, составляет 1,2–1,6% годовых. Это намного меньше средней процентной ставки по кредитам в иностранной валюте, предлагаемой коммерческими банками на внутреннем рынке. Миф номер три. На государственный сектор приходится наибольшая часть внешнего долга Молдовы. На самом деле, внешний долг государственного сектора составляет менее трети от общего внешнего долга Республики Молдова. Наибольший вклад в формирование общего внешнего долга носит частный сектор. Миф номер четыре. Высокий внешний долг характерен для бедных стран. В действительности, самые большие внешние долги у развитых стран, такие как США, страны Еврозоны, Великобритания, Япония и Швейцария. У стран нашего региона относительно небольшие внешние долги, а внешний долг Республики Молдова является одним из самых скромных в регионе. Миф номер пять. Внешние займы являются ловушкой, расставленной кредиторами и вредят экономическому развитию страны. В мире были случаи, когда внешние кредиты использовались неправильно и привели к отрицательным последствиям для экономики. Однако такие неудачи были результатом неверной политики или корыстных действий национальных элит. Выход заключается не в отказе от внешних займов вообще, а в тщательном наблюдении за их использованием в условиях прозрачности и разумном управлении ими со стороны государства. Подробности читайте в нашей публикации «5 мифов о внешнем долге». Ссылка указана в комментариях к этому видео.